Отопительный сезон заканчивается. Настало время подвести итоги. Пока что в Ульяновске батареи горячие. Коммунальщики не торопятся сливать воду из-за похолодания. С осени по весну крупных аварий не было, утверждает Александр Черепан. Но все же не обошлось без неприятностей в нескольких районах области. Это город Ульяновск в первую очередь и ряд объектов по Радищевскому району группового водовода. Это Вишкаемский район, Майнский район. Там, где основное будет в этом году сосредоточение работ по замене скважин, башен и сетей водопроводов. Беспроблемно вообще проходить, нужны огромные миллиарды рублей. Но в этом бюджете в феврале месяце, который мы изменения делали, 324 миллиона. В этом году коммунальщики занимаются модернизацией теплоисточников, меняют котельные, тепловые, газовые сети. В этом году мы сдаем 4 новых блочно-модульных котельных. Это в Сурском районе, в Корсунском районе. Вот. Меняем практически 14 километров тепловых сетей, больше километров газовых сетей. То есть и модернизируем оставшиеся котельные. То есть темп, который мы задали себе 3 года назад, то есть мы его не снижаем. Алексей Русских поручил министру ЖКХ и его коллегам обратить внимание на состояние коммуникаций. Это износ инженерных, особенно тепловых сетей. Об этом же свидетельствует и мониторинг инцидентов, которые произошли за отопительный сезон. Поэтому их замена и ремонт должна быть в зоне особого внимания всех муниципалитетов. Кроме этого, в социальных учреждениях области необходимо отремонтировать котельные, а также решить проблемы с водоснабжением. Губернатор напомнил министрам и о капитальном ремонте домов. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.